И, на мой взгляд, рейтинг настоящий ЖКХ может дать дольку продаж. У нас нет аукционов среди небоискусственных. И все попытки организовать его сегодня. Я был невольно как бы с участником таких акций, приводили к провалу. Ну не покупать. Если и так, то зачем, допустим, свою акционную установку? А если нет аукционов, если нам неизвестно, за какие цены продаются произведения этих художников, то какого можно вообще разговаривать, если о рейтинге? Да? Настоящий рейтинг знает только те люди, профессионалы, которые продают эти художники. Если есть, допустим, автор, который продается определенными людьми, там эти цели открыто выставляются, праздники, то есть определенная договоренность с автором, чтобы он из своей мастерской продавал эти картины по тем же ценам. Если эти, допустим, художники продаются в другой галерее, то тоже есть какая-то договоренность между галеристами. Есть какой-то негласный такой вот закон, как бы профессиональная этика галеристов. Держать эти цены. И, в общем-то, говорить при этом, что этих механизмов не существует, не существует рынка, не существует рынка, конечно. Он не такой, как на Западе, конечно, он все-таки есть, и правильно сказал Андрей Мученовский, что если есть покупатели, и если есть художники, которые продают, если есть юристы, которые являются не только посредниками, но и участниками этого процесса, то есть рынок существует сегодня, как мне кажется. И что еще, какие наблюдения по продвижению? Я видел, как приезжали в Москву из периферии молодые художники. И у них денег хватало только лишь на то, чтобы арендовать один погодный метр стены на арт-салоне Сапыкана. И чтобы повесить по году картину. Но тем не менее, они приносили с собой свой портфолио, какие-то еще материалы. И их замечали, их работу покупали. На следующий год в Барселоне они покупали уже не один метр, а пять метров, потом стены. Потом они переезжали в Москву и брали в аренду комнату в коммунальной квартире, где в этой комнате жил какой-то инвалид. Как вот я сейчас рассказывал о конкретном человеке, Валерий Беркович. Он писал там и жил там. Потом он брался и постепенно. Сейчас эти художники составляют вот. И мое наблюдение сейчас в том, что основная масса художников, которые сейчас наиболее успешные, приезжие, потому что у них будут больше и более победы. Вот. И коренных москвичей очень мало. Вот в этом будет растущая персона. Вот, а я сам лично, что касается механизмов продвижения, тоже приложу руку к этому процессу. Тем, что я помогал людям тем, что снимал слайды в дом, и они мне эти платные начали там, даже через год. Можно так сказать. Но они уже имели возможность с этими слайдами пойти в организационный комитет какой-то выставки, привезти какой-то чек-то в каталог, внести в журнал. И с этого они начинали. И то от самого художника зависит результат его продвижения. И вот сейчас для наших классов продемонстрировали механизм продвижения. Я приглашаю всех присутствующих здесь молодых художников в свою студию. И я каждый из вас разведу бесплатную фотосъемку. Вы получите будете слайд, с которым можете пойти и начать свой профессиональный бизнес, опубликоваться в каком-то каталоге. И я надеюсь на то, и даже уверен в этом, что если у вас ваша группа не то, чтобы сделать первый шаг, то сделайте второй шаг. И впоследствии вы закажете мне целую серию слайдов, закажете изготовление каталога, куплета, какой-то выставочный проект, закажешь изготовление своих постеров и так далее. Вот этот механизм давайте сейчас продемонстрируем. Чрезвычайно громадное приглашение и предложение. На самом деле, наверное, нам пора заканчивать наш круглый стол. Я хочу вас еще раз поблагодарить участников, которые согласились прийти,
Хочу поблагодарить зрителей, которые имели терпение это выслушать. И надеюсь, что вы почерпнули какую-то полезную информацию для себя. Надеюсь, эта тема не закрыта, и мы будем проводить еще подобные мероприятия. Это был первый опыт, скажем, по секрету. Вот. Но надеюсь, что он станет такой традицией. Многих участников вот, музейных представителей сегодня не было, к сожалению. Ну, я надеюсь, еще произойдет. На этом желаю всем удачи, успеха, обращайтесь к хирургу раннему, снимайте слайды и желаю удачи в вашем продвижении. Галина Алексеевна.